двигаемся по этой широкой улице Кипостус. Но самое главное, смотрите, город-то чистейший. Я понимаю, что у нас как? У нас погрязнее или такой же? Или сейчас уже убрали? Ты как думаешь? Может, убрали уже. Мы имеем в виду нашу Степногорск. После зимы, да, чистая вообще. Вообще фантастика. Ни бумажки, ни какашки. Вообще молодцы, кипостусцы. Я надеюсь, наведут порядок с отоплением. Так-то, по идее, все везде практически идеально. Но мне все равно интересна судьба Маленкова. Вот он же здесь был. Эту ГРЭС таки Бастузскую строил. Может быть, надо будет почитать. Да, скорее всего, конечно, это он ее возводил, эту трубу, которая в книге рекордов Гиннесса. Что он до самого последнего момента писал заявление, чтобы его опять восстановили в партии. Он же был как бы мини-репрессирован после того, после Сталина. Власть была практически у него в руках. Потом они вместе сместили Берию. А потом Хрущев дал ему пинка, потому что ходил даже стишок, что Берия потерял доверие, товарищ Маленков надавал ему пинков, именно тот Маленков, который здесь был. Но самое интересное, он писал даже Горбачеву, Горбачев еще пришел, и он писал ему письмо, что пожалуйста, ну уже перед смертью буквально восстановите в партию, то есть уже древний старик и все мечтал в эту партию, зачем она была нужна. Хотя я сам писал заявление в партию в армии. Но тогда уже сказали все, уже как раз уже начали показывать по телевизору, как стали сжечь эти партийные билеты. 86-й год, 86-88 я служил. Ну и как-то мне сам капитан говорит, наш ротный, он говорит, тебе зачем партия, смотри. Смотри, говорит, партийные билеты, как жгут уже. Тогда уже гласность, перестройка началась. Показывали этого Горбачева, он ручками любил махать там. Речи длинные, пустые. Так что, как так можно мечтать до старости быть в партии? Ну, это уже какой-то, мне кажется, уже маразм уже. Это уже. Или он мечтал потом через партию опять сделать эту партийную карьеру. Или такая сладкая эта власть, действительно, которая у них была, а потом лишили. И все равно же лишили. Он же был не кем-то, а директором одной гидроэлектростанции, потом другой. Для кого-то это вообще мечта жизни, быть директором просто гидроэлектростанции. А для кого-то это, видите, это страшное падение. Вот, пожалуйста, отношение какое к жизни.